Всем привет, с вами ДШК, и сейчас будет прохождение квеста «Красная шапочка». Так, мы ждем нападения банды волчицы Досуми. Так, что мы можем сделать сейчас? Немножко помедитировать, по-моему. Да, ну сколько там будет? Вот, где-то, да. Ну, да. Примерно так и будет. Так, вот уже вечер. Так, о. Все? То есть... Видимо. Очень интересно. Разум. Видим. Идемте, господа. Как оказалось, этот квест был очень коротким. Я даже сам не ожидал этого. Так, давайте же. Ну вот, есть еще один квест, как мы видим, немножко. Впереди от нас, то есть где-то здесь он. Так. Где он? А, мы его пишет, прошли. Да ладно. А, фу. Это я уже. Так. Его, походу, нет. Кто-то. Он, по сути, возле. Так, заказ, медоносный приз. Садимся на плотва. Садимся на нашу добрую лошадку и вырушаем. Куда-то вырушаем. Так, ну здесь бежать не очень. Всего-навсего 200 шагов. И это метры, ну я даже, если честно, сам не знаю, ну. Так, и вот куда... Да, вот сюда нам надо попасть. Но не люблю я через парадное заходить. Так, входим мы сюда. Вот. Да. О, что за... Подождите, FPS что-то. Идем. Все. Следовать. Я что-то, короче, FPS жестко просел. И. Блин. Извиняюсь, конечно, но. Этих благородных. Вы что, натравили пчел на конкурентов? Нет. Отец подписал недавно контракт с иданцами. Ну, значит, призрак из Нильфгарда. Ну, нам вот сюда нужно смотреть окрестности. Здесь пока ты не. Вот следы. Медоносного призрака с здоровенной ноги. Он очень тяжелый. Следы исчезают в воде. От этой лужи, которая притворяется озером, почти ничего не осталось. Проверю другой берег. Может, следы идут дальше. Ладно.
Скорее всего, это не мимо. Вот следы опять же появились таки. Вот они куда ведут нас. Вот сюда. Так, продолжаем идти по следам. Если он не протиснется, должен быть другой вход. По-моему, нужно, да, зайти в дом этот. Здесь где-то подвал с понтом должен быть. Ну, всегда так. О. Дай. Так. Это чудище у нас. Так. Оп. Не открывается. Что нам надо? Ой, всё. Чё, открыть подвал? Во. Чем же? Всё, замок открыть. Он больше похож на гончего псалика. Всё, псина готова. Так, взять трофей. Берем трофей. Всё. Так. Получить теперь вознаграждение. Выходим. Где наша плотва любимая? Стопэм. И чё, возвращаемся назад. Да, FPS падает, нужно будет пересоединиться. Ваш медонос. Должен это спасти. Все. Хватит на сегодня, ребята, возвращаемся. Квест мы выполнили. Хоть мало получили, но все же как-никак что-то есть. Ну, квест у нас на территории очень хватает. Будем ульи восстанавливать. Наверное. Вот. Выполнили второе задание. Наверное, я перервусь. Сейчас залезу в настройки и немножко подредактирую, чтобы FPS более-менее был нормальным. Всего вам хорошего. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.